Дефицит городского бюджета, к слову, предельный, составляет 778 миллионов рублей. Он даже больше дефицита бюджета регионального, который в этом году, к слову, сократился в 8 раз. А где в Сибири больше всего уменьшились доходы, а где увеличились, знает Тахмина Танысова. В 2017 году самый большой дефицит бюджета будет в самом богатом полезными ископаемыми регионе Кемеровской области. 8 миллиардов 900 миллионов рублей и первое место нашего рейтинга. В 2016 эта сумма планировалась на уровне 5,5 миллиардов. При этом в следующем году областной Минфин прогнозирует снижение собственных доходов почти на 1 миллиард 700 миллионов из-за падения цен на уголь и железную руду. Второе место за Томской областью. По прогнозу на 2016-й региональной казне не хватит 3,5 миллиардов рублей, а в 2017-м 2 миллиардов 700 миллионов. Почти настолько же будет меньше налоговых и неналоговых поступлений на 2 миллиарда 691 миллион. В основном из-за снижения нефтегазовых доходов. А вот в Омской области, в отличие от Омска, делают ставку на бизнес. Дефицит бюджета в следующем году составит всего 606 миллионов рублей. И это против почти 5 миллиардов, которые ожидаются по итогам 2016 года. Это связано с условиями, которые ставят перед регионом Минфин России. Если бюджет на 2017 год не будет принят с минимальным дефицитом, то региону придется вернуть почти 14 миллиардов рублей бюджетных кредитов. Но стоит отметить, что и собственные доходы тоже вырастут на 3 миллиарда 200 миллионов. Ожидается, что больше денег принесут налоги на прибыль организации, на доходы физических лиц. Также в правительстве очень рассчитывают, что Амичи будут нарушать правила дорожного движения чаще. Рост поступлений по штрафам запланирован с 10% ростом. Четвертое место за Новосибирской областью. Дефицит бюджета в следующем году составит всего 300 миллионов рублей, что на 226 миллионов меньше, чем в 2016. -м. Как и в Омской области, в следующем году здесь тоже прогнозируют увеличение доходов. Почти на 6 миллиардов рублей больше ожидается получить за счет предпринимательства.